Наташа настояла, чтобы я все-таки снимала видео. Привет. Мы в Эльфорно покажем сейчас. Наконец-то заказали мою любимую пиццу Рома. Наташин супчик. Смотрите, просто какой мол красивый. Мы про него делали видео. Наверное, первый год, как я начала вести YouTube-канал. Боже, какой красивый мол. Называется Римон Мол. Самый, вот поверьте, просто самый красивый мол в Эмиратах. И самый не... Просто пересмотрите видео. Тут все закрывается. Тут смотрите, пусто как, просто пусто. Но он настолько богатый, ребята. Тут столько сделано из камня, вырезано из камня на камне. Потом вот эти фонари, это дерево, это с ума сойти. Это просто настолько в арабском стиле сделано. И вот такой он, ну, чисто несчастный. Потому что неправильном месте построен, и все. Смотрите, и эти лампы просто. Лампы вообще. А может, тут будет какой-то благотворительный розетта? Не распродаж, а розетта. Раздача благотворительная. Я бы за 20 дирхам купила, в гараже бы у нас повесила. А потом смеюсь. Эта лампа, наверное, минимум 1000 дирхам стоит. Минимум. Вот такая вот. Может, и дороже. Ну, слава богу, Эльфорно работает. И вон еще одна кафешка. Чикин называется. Чикин. А так как чикин, типа, зарегистрировался. Ну, супчик пахнет потрясно. На что супчик 29 дирхам, да, стоит? Да, а Олечка свою любимую, моя любимая пицца, а потом она оказалась аж 48. Я такая, что ты взяла? Дороговатый такой перекус, 77 дирхам, конечно, не ожидали. Вот такая штучка еще прикольная бросается. Не ожидали, я спрашиваю цену. Я тут Оля сидела, мозг назела. Ты почему цену не спрашиваешь, заказываешь цену? Потому что ее не было в меню этой пиццы, а потом... А что, потому что спросить нельзя? А потом уже как-то неудобно было. Или ты думала, что истинным целителем этой пицца будет бесплатно? Да. Мы тут по делу, так да. Что не будем рассказывать. Хромали в моле, хромали и решили перекусить. Да. Так что сейчас, ладно. Подождать, и вот мы так. Ну попробуй смысле. Супчик уже, давай. Коли уж делаем видео, потом покажу мол еще, вот просто отдельные кусочки вам. Просто красивая, не знаю, даже архитектура сказать или как? Интерьер. Интерьер, да, интерьер, наверное, слушай, будет правильно. Слушай, по-моему, ложки нормальные давали, ну ладно. А ну, помешай супчик. Ну, кто был в Эльфорно, вы, наверное, пробовали. Такое или похожее. Я томатный люблю, но я не захотела супчик. Такой аромат, как они делают, то ли они какую-то приправу добавляют, но это, по-моему, обыкновенные эти. А может, ну, шампиньоны, а может быть, конечно, не знаю, ну, аромат именно лесных грибов. Вот я поэтому и взяла. Как всегда, зараза горячая. Такой, что спасибо, я наелась, да? Нет, это не шампиньон. Это не шампиньон. Это какой-то другой гриб. Но он такой съестной, но надо ждать, потому что кипяток всегда, вот всегда кипяток. Что мы брали томатный супчик, что это? О, боже, все обпалило. Подогревают хорошо. Вот я не знаю, все, вот они любят с это, лимон. Всегда лимон. Нет, честно, лимоном только суп испортит, мне кажется. Я как-то это... К рыбе, может, да, к супу нет. Вот это я заберу, слава богу. Я же показала уже эти штучки. Да, я заберу. Мы любим супчик кидать куда-то что, еще. У меня уже целая баночка. Мы собираем. Домой повезешь? А что такое? Это деньги стоит. Здрасте. Сейчас я оставлю. Так она вкусненько куда-то, как приправа, почему бы и нет. Смотрите, какая пустотень. Ну, типа, еще рабочее время, но тем не менее, это как... Разве в Дубае такое бывает? Нет, не бывает. Самый, вот поверьте мне, самый красивый, самый богатый. Тут, наверное, баблосов было вложено, ну, и с душой, и вообще... И сзади Наташи караван находит. Классная кафешка была. Закрыто. Там кальянчик курили, я помню, соки пили, что-то. Там такие вкусные все и манаки, шин, все вот арабские, да, блюда вкусные были, бутерброды. Открытая, смотришь на Эляю. Нет, да, сейчас можно что... выйти посмотреть. Печально, тоже печально. Кстати, ну, давай в том потом... видео тоже мы выходили, смотрели. Ну, давай сейчас освежимся все-таки, как бы уже снимали года три назад. И в этом моле за нами бегала эта женщина. Нет, там нормальная охранница. Но все равно, ну, не снимайте, а потом она... После выключенной камеры поговорили за жизнь. За жизнь пожаловалась, что, конечно. Ну, а как тут же не жаловаться? Не то, что она сказала, мадам, дайте денег. Не, она, ну, как и все, сказала, все что... кто живет, тяжко. Все понимают нюансы, о которых не говорят. Да, я уже готова к трансляции. Кетчупа я сейчас только дали. Не, ну, и это кетчуп заберу. Любимая пицца вот в Эльфорно и вообще в Эмиратах, наверное. Мы показывали вам вкусные суши. Ну, кстати, Дубай, она не фонтан, еще честно. Где-то, но вот вкусные пиццы тут что-то как-то я не находила. Ну, смотрите, тут колбаска, перчик, ветчинка, грибочки, вот фаршик какой-то так покиданный. Ну, да, покиданный. Ну, прикольный.
Что-то за такую цену, ну серьезно, 48. Рома С. Ой, что-то я не ровно держу. Последний раз мы ели, наверное, года два назад я ела. Не, вкусно. Нормально? Угу. Но суп реально классный. И это не шампиньоны вот эти, которые там в подвале люди растущие. Реально чувствуется, что гриб и аромат грибной. Может, они, конечно, какую-то приправку такую додают, которая вкус приобретает. Боже, ты на фоне вот этого заведения, которое закрылось, знаешь, такое в никуда. Хотя там вот... А пуговички пошли показывали. Я увидела там такой декор, как в виде пуговиц. И забрать. Я говорю, ну им же уже не надо. Чего они не забрали? Если бы они забрали, я понимаю, так-то чего. Тоже оно не надо, но все равно приятно. Пицца. Пицца. Так что, ну вот такие дела. Сейчас покушаем пиццу и покажем вам кусочки этого мола и выйдем на балкончик, чтобы посмотрим. На балкончике тоже пустынно. Раньше все было занято, кальяны стояли. Пройти нельзя было, просто заполнил балкон весь. Ну что же вы хотите? Когда ну, хорошо, в мире кризис... Вирус хорошо прошелся. Ну и это прошлось, и тут еще продолжается. Так что да. А пицца вкусная. На здоровье. Вон мой супчик ждет меня. Ну вот покушали уже, еще раз вам потолок показываю. Ну вот эти лампы, это вообще какой-то Аладдин. И вон дверцятка. Ну идемте. Пойдем туда посмотрим. Не, ну мол реально красивый, офигенный просто. Какие плиточки вообще просто. Но пустой. А ну интересно, дверь откроется, а можно выходить? О, да. О, и мула поет, класс. Вообще пусто. Ну что, идемте с вами посмотрим на Эляйн вечерний. Тут почти панорама Эляйна. Прикольно будет. Смотрите, как пусто. Представляете, все это было заставлено вообще просто. Кафешки, рестораны, люди сидели. Да что люди, не было места сесть. Вон стадион, где тренируются детские команды и команда Эляйна, которую тренирует наш Сергей Ребров. И там играет Андрей Ярмоленко. Делали с ними видео, посмотрите. Сейчас увеличиваю, ветер капец. Надеюсь, вам что-то слышно. Вот большая мечеть, как раз возле больницы, где я лежала. И вот шар эти салата. И слава Богу, я не знаю, что произошло в этом году, но вечером прохладненько, это вообще для этого времени. Даже не в кадр. Времени года это вообще, конечно, что-то. Столько лет, сколько мы здесь, такого я не помню. Да. Помнишь, как люди, это, знаешь, никогда не было, один раз, ну там, ну, знакомые знакомым, просто мы так встретились, и женщина говорит, никогда в Эмиратах такого дождя не было. А я говорю, а сколько, ну я думаю, знаешь, там человек уже лет 30 живет. А я говорю, сколько же вы здесь лет? Она говорит, 3 года. Я говорю, ну понятно, иначе никогда такого не было. Ну, что еще это раз стоит? Или что это такое синее? Ну вот он, Эляйн вечерний. Городочек. Городочек небольшой, миллион. Официальным сколько данным? Типа 700 тысяч. А ну, мы уже думаем, 1-2 миллиона. Да не, ну не 2, но миллион точно есть. Ну, под миллион точно. Вот, зашли в туалет. Ну реально, такое ощущение, что мы на этаже одни. А двери посмотри. Вот эти даже резьба такая. Вообще туалет, да? Ну, слава богу, все работает. Ну, Наташа. Ну, раньше тут всегда была уборщица, но это часто уже в молах, в туалетах уже нет. Постоянно было, в каждом туалете сидела именно уборщица. Сейчас большая редкость. Для деток прикольно. Ну, ванечки, туалетики. И реально никого нет. Такое эхо аж звонкое. Я надеюсь, реально никого нет. Сколько кабинок, все свободны, выбирайте любую. Вот это проблема выбора. Нет, уборщица, я подозреваю, что есть. Может, она просто на несколько туалетов. Ну, она одна, наверное, на весь мол. Или, ну, двое. Боже, сколько мол.
Ну, давно мы с вами обзорочку туалета не делали. Ну, шикарный трончик, все есть, бумажка есть, салфетки есть. Ну, вот так вот и содержится. Ну, реально, вот на этаже пусто-пусто. Ну что, идем на лифт уже. И то. Ой, да, я вообще вот это резьбой по камню. Наташа говорит, здесь такое бонсай, если детки приходят попрыгать, и взрослые музыка тоже играет. Ой, ну кайф, дети просто прыгают. С ума сойти. Ну, красивый мон, сделано вообще, посмотрите, ну что это, просто фантастика. Интересно, но это ж не мрамор, но камень, наверное. Ну я, правда, в этом не разбираюсь. Работает, кстати, мебельный, еще раз дорогих и этих дорогих и бесполезных. Не, мебель. Так, на лифтике мы едем? Да, едем. Воспользуемся. Ты же показал, что он открывает. А что это, да? Мне тоже... Я не понял. Как это он так дернулся? Едет. Ага. Там фонтанчик внизу еще, кстати. И вода... Он светился разными цветами. Слушай, ну там вода есть. Как-то было, что это... Замернем. А, ну никого там нет? Нет, что он быстро поехал, когда я вызвал. Класс. Что, вперед? Да. Нажимай, нам на первый. Нет, я нажмула. Там на первый. До свидания. Кто-то сзади был? Да. Постеснялся? Ну, извините. Это я в наглую закрыла дверь. Мальчик шел сзади. Он Наташа видит. Нет. Он только так Наташа закрывает, он шаг назад сразу. Капец. Боже, какая свинина. Смотри, вот это снимай. Красиво как. Да, ну безумно красивый, так жалко. Ну, жалко, разберутся. А там еще и золотые такие вкрапления. Ну, выходим. Вот смотрите, вот. Меня сейчас это мальчик меня захотел это закрыть, лифт увести. Да, все закрыто. Куда он? Не, ну я считаю, что это, конечно, и запах. Слушай, тут так красивый такой аромат. Ну, богато. Не видно, оно черное, оно не видно. Если бы они светились, они, по-моему, разноцветным еще светятся. И покажи еще, вот, смотрите, мол, сейчас 7 часов 5 минут вечера. Будний день. Те люстры, ну, безумная красота. Ну, ничего, а вдруг наступит времена. Ладно, идем, у нас дело, есть дело. Будем верить лучше. Да. Ну вот, на первый этаж спустились. Смотрите, какая красота. Просто, ну вот, неописуемая. Не то, что там неописуемая, конечно, много всего в мире видели. Эти вот фонарики, вот эти вот. Сейчас я ближе подойду, да, Наташа? Сейчас ближе просто. Вот, смотрите, вообще, ну, классные узоры. А здесь вот эти все такие тоже барельефчики расписаны. О, высоко как. Ну, красивый же мол такой вообще. Голова закружится. Ребята, кстати, зашли, стали тоже что-то фоткать. Такие, о, девчонки снимают, давай мы поснимаем. Да, вообще, ну, слушайте, ну, мол шикарный, но пустой. Смотрите на эту плитку напольную. Боже, это с ума сойти. Это просто мозаика. Ковер. Эти фонарики вообще. О. Это мол сказка Аладдина, реально просто. Ну, что, Аладдин был бедный, нет? Ну, не знаю. Ну, видимо, вот поэтому. Так что Наташа еще переспросила, есть такое выражение, не вывозит. Нет. Не вывозит просто. Все закрывается, все. Не жалко, работает. Просто не в том месте. Просто сам не в том месте. Широкий, классный. Летом, когда жара, здесь гулять, наверное, одно удовольствие. Да. Там в другие молы люди с колясками ходят, наслаждаются, кушают, фудкорты, шоппинг. А тут я не знаю, какой-то, ну, не фартовый. Но ничего. Да. Так что-то будет. Пишите, видели ли вы вообще какие-то молы в Эмиратах или в других странах, которые вот так же красивые, так же закрываются и не приносят прибыль? Не, мы видели некрасивые, которые... Не, ну, прибыль откуда мы знаем, приносят они, не приносят. Но это мы предполагаем, работает. Да. Ну, в таком виде, полу-полу. А так,
так просто, вот уже 8 вечера, и вот такая пустота, пустота, просто 4 этажа, хотя еще вверх камеры, 4 этажа пустоты вообще. Не, ну кто-то ходит, но опять же это... А вы же видите снова, да, что вот давно уже жара, а мы закутушканы, я в кенгурушках. Ну потому что здесь все-таки кондиционеры. Все работает, в туалете вода есть, бумажка есть. Что еще надо? Да, что еще надо? Ну, чтобы мол работал. Он не закрывался на ночь, да, можно приходить и жить, сэкономить вот, на проживании. Нашего канала. Ну что, пока?